Он довольный, мне говорит, Сабрина делала. И та стоит довольная. Я в шоке. Просто в шоке. Красавица Максур. Я пожрать немножко захотела. Присесть. Похлебочки. Адрес прокуратуры я могу сказать. Я есть буду суп со склёстками. Понятно? И живенько пошли на меня настрочили. Поняли? Вы уже не знаете, на что и на кого настрочить. Бедняжки мои. Ишь ты какие! Не, я косточку вот эту не хочу. Ну, в смысле, ножку. Жопу хочу. Вот. Сейчас погрею горяченького, как хлебану. Поняли? То за пельмени меня таскают, то за это. Вы когда пишете, пожалуйста, мне вот эту вот всю хренотень на меня, вы, пожалуйста, дорогу мне оплачиваете, на бензин подкидываете, как-никак. Почему я должна за свой счет туда ездить, росписи ставить свои? Ишь ты какие! Нахрен. Сразу почтовым отделением пару бонусов прислали мне на бензин. А то, блин, сишь ты. Раз в неделю туда ездить, то пельмени, то еще что-то. Почему я должна это самое? Ни хрена себе это называется. Вот. Я сейчас еще сало долбил. У меня тут горчичка еще была. Мне надо это уже сделать. Заразу. Я там, если сейчас тесто поднимется, когда-нибудь, мне надо это. Чеснок. Хлеб. И эту сделать. Хоть маленький пирожок какой-нибудь. Хотела с картошкой сделать пирож, делала вчера. Первое, пюре все поели, еще пюре есть. Можно и пирожков поделать там с картошечкой. Хорошо, почему бы нет? Я хочу суп горячий, горячий. Прям чтоб кишки порадовались. Где мои диванные критики? Не наблюдаю который день. Если вы прихворали, я желаю вам здоровья. Выздоравливайте побыстрее. Пожрите побольше. Посрите поменьше. И за работу. Хватит уже отсиживаться. Я приплачивать за прогулы не буду. Просто ставлю прогул. Даже не отчитались, куда пропали. Ишь ты. Какие. Блин, а это чё, мясо? А, это клево. Минуты замерзли. Под коленками вспотело. Охренеть как, иди покажи. Мы с тобой вчера в ванной-то прикалывались. Песни пели? Да, там какая-то чурла, знаешь, написала. Это повод написать латеку. Эти песни уже петь нельзя. Я не знаю, за какой. Мы инстасамку еще слушаем. Моргенштерна. Я говорю людям, делать не знаю, вообще пипец. И главное, смотрят. Жизнь, у вас жизнь такая скучная, мне так вас жалко. Займитесь чем-нибудь, блин. Пожрать идите, сварите, пожрите. Чуть-чуть поделайте. Реально, блин. Это же болезнь какая-то.
У меня вон одна здесь есть, бабка Гренни, во дворе. На лавочке все время тикток смотрит. Ей вообще ничего не нравится. Вроде живи да радуйся, а она вот так ходит, на всех смотрит. У нее даже ноздри пузырятся уже от злости. Неужели в своей жизни нет, говорю? Это вообще... Мало погрела. Надо еще. Чуть-чуть. Вроде смотришь так вот, да? Живи да радуйся. В рассвете сил. В этом. Даже? Нет. Мы будем сидеть и писюльки писюкать. Я знаете, как один раз... О, у меня батарея села, подождите. Нету, что он сидит на диване, рисует, расстелил там на диване все, стульчик поставил, сидит, рисует. Ну ладно, как ему так хочется, видать. Куда ткнуть-то, в какую дырку, переднюю или заднюю? О, нормально вроде. Это, о чем это я говорила? Я вся такая забегалась, и я прям забывучая такая становлюсь почему-то. Ну ладно. Чуть-чуть майонезика есть, на блин, магазин. Вчера ходила, и майонез, блин, я забыла. Без майонеза хреново. Без майонеза. Можно свой сделать. У меня лимона нет. Я хотела купить лимон. На. Не купила. Поняли? Вот так вот и живем. Ни о чем. А, я один раз, знаете, что сделала? Она сидит на лавочке. Нога на ногу. Ищет, чтобы написать. У меня камера Xperia 7 какой-то. Ну, короче, дохера можно километров смотреть. На этом берегу стою, на другом вижу, под каким деревом гриб растет, короче. А я ее из камеры стригу. Что она там делает? Она листает. А листает-то она, знаете, что? Она телок смотрит, молодых, как они жопой вот так вот, знаете, трясут-то. Мы охерели, я своему кричу, иди гудь быстрее, смотри, говорю, хейтерша моя, говорю, сидит, все смотрит. Она сидит нога на ногу, еще почесывает, думаю. Я в шоке. Ах, какая ты безобразница, оказывается. Вот так вот. Так поприкалывались, посмотрели минут 5, почему она там листает. Она не то, что один там видос, да, посмотрела там, и все как бы, да, остановилась там. Ой, как больно мне грудную клетку. Я застудила, постудилась. И это. Короче. Говоря. О чем это я опять забываю? У меня контузия ядреного потом. Контузия у меня. И это. Ну так, поприкольно, ни одно же видос смотрела. Ни один. Ни один. Она всех ярачила, листала, и она смотрела их сначала и до конца. Там в стрингах она ходит туда-сюда по подиуму. Да. Извините. Она смотрит, смотрит. Ладно бы мужик там ходил, она на бабу смотрит. И мечтает сидит. Мечтает. И бяшку себе поглаживает. Поглаживает. Что за раза? Не рылом, не жопой, как и я. А все туда же. Красавица, говорит. А я вообще ничего против не имею. Каждый для себя должен быть красивым. Любить себя. И похрену на окружение должно быть. Кто что думает. Да? Чего ли оно надо? Мы для кого живем? Для себя или для своих детей, да? Близких. Ну, в смысле того, да? А не для тех, кто там что-то скажет, кому-то что-то не нравится.
каждая девушка, женщина должна нравиться прежде всего себе самой. И плевать, кому-то там ты не нравишься. Мы не можем всем нравиться. Я и не хочу всем нравиться. Нахрена это нужно? Сама себя люби и все. А то сидят криволапы, кривоноги, как я. Еще и стараются других засрать. Типа сама лучше сиди. Криволяшка. Криволапые. Ну так же ведь, все равно же так. Не надо так. Это некрасиво, когда одна женщина обсирает другую женщину. Мне кажется. Живи, зараза, да радуйся, что не дай бог тебе такое не досталось, что ты лучше всех. А раз ты пишешь гнилое, значит у тебя не все хорошо. Правильно же? Мне тоже вчера бесит, несколько раз попадается вот такое вот. Ставят своих детей на аватарку. Может там племянниц, ну детишку маленькие. Ставят. Девочек. А сама пишет. Мамаша. А на аватарке ребенок. Просто лялечка. Пупсик. Солнышко там какое-то, да? А она пишет. Такое пишет. Я говорю, ядрен тебя батон. Зараза. Хоть с аватарки ребенка убери, а? Не дай бог. Тесто мое, значит, сегодня, наверное, не подымется пока. Мне надо идти поспать. Я полы намыла. Это была жопа. Она вкусная, очень нравится мне. Они копченые раньше килограммами грудь продавались. На вес. Сколько жоп захотел, столько и купил. Так, что за война? Перца нахерачила прям от души. Клёшки делала без формы. Раньше тесто пельменное останется, наделаешь таких этих. И туда ли бантики, там хренантики всякие, заколочки. Вот. А я вчера намешала просто вода, соль и мука. Жиденько, примерно чуть-чуть гуще, чем на оладушке. Капельку гуще. Ну, короче, так делаешь, оно текло. У меня когда все сварилось, вода же еще кипела. Кипит, варится. И я по чуть-чуть вот так вот вложила на ложечке. Там секунды две и спускала. И оно нежное получилось. Ну, жевать даже не надо. Оно нежнейшее получилось. Просто охеренное. Кровать перебрала свою, их не все сделала. Не знаю, надо посмотреть. Ну так по полтонны на себя не надо бросить. Хватит!
В понедельник поедем справку забирать. Им сегодня еще два раза надо подышать. Я 3-4 раза даю дышать мелким. Может, я когда больше давала, мне врачиха сказала, не надо. До 5 раз можно. Ну, я 5-4 раза даю. Физраствор и беридуал. Этот кончился. Иногда покупаем БРБ. Беридуал. Путаю их. Его хоть внутрь, хоть в этот можно. В ингалятор. Но вот это лучше. Которую сейчас делаю. Она чуть-чуть подороже, но она эффективнее. Мне так кажется, сколько раз я замечала. А вообще лучше чередовать. Утром одно, вечером с другим лекарством. Там капелька на килограмм. Идет. Да, кому-то этой бы тарелки на 2 дня хватило даже. А мне за раз. Вам что, жалко, что ли? Вам не должно быть жалко. Это мой суп. Все. Мяско я не хочу. Я и так жопу сожрала. Ну, со спинкой-то. Вот это был бонус. Ох. Так. Это я сюда поставлю. Это все туда замочу. Так. Компот выпили? Они меня вообще не слышат. Вы меня слышите, люди? Дети мои. Со стола надо вытирать. Компот разлился. Еще пол пакета яблок, блин. Нарезать на листы, высушить может. Посушить это вот пипка еще. Посушить. Нарезать дольками, высушить. Ну, чтобы потом можно было это, чай пить, компот варить. Я сейчас чай попью. Прям вылетает вкуснятина моя, блин. Так. Чаек. Чаечек, мы сейчас долбанем. А кыс-кыс-кыс-кыс-кыс! Васька! Берешь? О, еще корыто тут. Яблоко. А куда мне их? О! Зараза! А я переживала, да, девочки? Ну, все равно оно не то. Я по первому взгляду вижу. Смотрите, как оно пупырчатое. Ложка утонула. А может быть, еще и ничего. Нормально. Посмотрим. Я, видите, по тесту. По муке, вернее. Думала, что вдруг мне не хватит. Как жидко не получилось, а я еще густенько сделала.
печка, потому что заработала, включила тепло. Оно быстрее пошло. А то у меня же здесь еще это открыто. Окошко. Ну как, рама. Фу, бля. Дверь, зараза. Дверь-то эта долбанная, вот эта. Балконная, бля. И холодок пойдет. И поэтому дольше поднималась. У нас же здесь нет батареи. Ну, тут вот у нас была такая узенькая батарея. Ну, видать, хозяева тебе делали маленькую 502. Она нам мешалась в холодильник. Не подходила. На сантиметр, что ли. Можно одну вообще речную было сделать. Нахер не надо. Вот это вот есть, как трубка-то вот эта вот. Сначала прямая идет, а потом тут вот мы это убрали. Нахер она нужна. А этой хватит. Потому что что? Зимой постоянно борщи варить надо, сало жрать. Всегда на кухне жрешь же больше, уже надо питаться, греться. И тут всегда будет тепло. Я еще открывать буду. Я думаю, я не замерзну. Надо мне одеяло, кстати. А где у меня новое одеяло? Сумку мы куда дели сумку? Мне надо его сделать, кстати, сейчас. Да это. Я сегодня ночью жопу замерзла. Мой мне уж потом согрел. Повернулся ко мне. Грей, давай меня. Спина замерзла. Все замерзло. Под коленками потеет, главное. А ноги мерзнут. Че это? Сначала в одну сторону крутите, а потом в другую выкручиваете. И они все там останутся, поняли? Это самое лучшее средство. Поковырять к носу, чтобы все достать. Че, снял свои косички? Бегун. Иди с народом поздоровайся. Ха! Иди умой губки. Все в компоте. Компот офигенный вообще, кисленький, сейчас вот такие вот. Тогда сладкий сделала, очень через очень, жопа слиплась. Сделала сейчас покислее. А что, не всегда сладкий, чтобы пили? Пускай кисленький, побольше смородины сейчас бросила, побольше. И малины. Ну, пускай пьют. Нехрен. Тогда подышали? Чуть-чуть попозднее, потом часа через три. Может, там. Дышу. Я пошла сейчас под ремонтку и пока. Хера ли мне. Мой на работу сейчас уже ушел. Упи. Ушел. На даче побыл. Вот. Вот она. Я ее выковыривала. Выковыривала. Моя замечательная козявка. Пускай там повисит, посохнет. Ладно, девочки, я вас сдерживать не буду. До свидания. Идите, делайте уже свои дела. Нафиг.